Даже приятного аппетита. Пошел нахуй. Ну, очень хорошие, ребята. Ну, ты сейчас зачем же? Смотрите, меня Даша просто взяла. Из-за того, что я подошел к ней, поздоровался, просто. Ваня обвела соком. Могу еще облить. Нахуй ты это делаешь? Нахуй ты это делаешь? Подходишь, без разрешения меня снимаешь. Пошел нахуй. А? Пиздец, а? Мы нормально к тебе подошли, а? Ну, сука. Пиздец, а? Все. Здравствуйте. Да? Меня зовут Ольга Тургунова, я являюсь блогером. И вопрос у меня к Даше. Тут конфликт произошел. И унизил честь и достоинство моих ребят. Вот хотелось бы извинений твоей Даши. Ну, знаете, я бы не стал. Я хочу заступиться за честь Даши. Извиняюсь, там такая ситуация произошла. Они пожелали приятного аппетита, она была и всех с ног до головы, только он желал приятного. Даша, приятного аппетита. Пошел нахуй. Что за сцены? За сцены. И за сцены погребенное место, святое место актеров. Там какая-то произошла, я понял, ситуация. Конкретная, да. Может, ну, я понимаю, да, что неприятно, но говно в головы. Спасибо, что вы вспомнили про это. Это цирк, иди нахуй.